Сургутянин Роман Калашников, которого арестовали в аэропорту Бали, избежал смертной казни. Напомню, в декабре 2016-го Романа задержали с 30 тюбиками зубной пасты. Внутри упаковок был спрятан гашиш. По законам Индонезии сургутянина ждала казнь, поскольку распространение наркотиков в этой стране карается смертью. Однако Калашников смог доказать, что вез запрещенное вещество для личного пользования. Как сообщил сам Роман на своей странице в социальной сети ВКонтакте, накануне ему вынесли предварительный приговор. Прокурор запросил у судьи 20 лет лишения свободы. Минимальный срок, который могут назначить Роману, 14 лет. Сам приговор вынесу через 2 недели. Добавлю, что известие Калашников получил в свой день рождения. Сургутянину исполнилось 30 лет. Это, пожалуй, лучший подарок, который он мог получить.